Американский регулятор начинает войну с киберпреступниками. Выпуск биткоина в России грозит тюрьмой. А FXCM обновляет технологии и расширяет линейку продуктов. Более подробно я расскажу вам в этом выпуске индустрии Форекса. Здравствуйте! Финансовые компании и брокеры по всему миру сталкиваются со все более серьезными проблемами по причине активности изощренных киберпреступников. Только в этом месяце мы узнали о нарушении системы безопасности FXCM, хищении данных ScottTrade и вероломной DDoS-атаке на IC Markets. В свете сложившейся ситуации Национальная фьючерсная ассоциация США NFIA сообщила в минувшую пятницу о том, что недавно комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC одобрила план по программам информационной системы безопасности ISSP, предложенный в августе текущего года. В соответствии с планом NFA программы безопасности охватывают ряд ключевых областей. Программы ISSP должны быть одобрены брокерами на исполнительном уровне и содержать анализ рисков и уровня безопасности, описание соответствующих мер предосторожности против идентифицированных угроз, чтобы оценить природу обнаруженного события в системе безопасности, сведения о возможных последствиях и надлежащих мерах, принимаемых для минимизации риска такого события. По требованию NFA брокеры должны регулярно, как минимум каждые 12 месяцев, отслеживать и проверять эффективность своих программ, включая эффективность применяемых мер предосторожности, а также вносить соответствующие коррективы и устранять риски, создаваемые поставщиками услуг, являющимися третьей стороной. Министерство финансов Российской Федерации собирается ужесточить наказание за выпуск и оборот криптовалют типа биткоин. Также разработало поправки в Российский уголовный кодекс, предусматривающие срок тюремного заключения до 4 лет. Об этом нам сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. В Минэкономразвитие, которое поддерживает эту инициативу, отметили, что законопроект Минфина будет внесен правительством в Госдуму в ближайшие месяцы. Напомним, что ровно год назад Министерство финансов Российской Федерации опубликовало детали предложенного законопроекта о запрете операций с денежными суррогатами, включая электронные валюты или так называемые криптовалюты типа биткоин. А еще в начале августа 2014-го Минфин уведомил о разработке соответствующего федерального закона. Законопроект полностью запрещает выпуск денежных суррогатов и, более того, осуществление операций с денежными суррогатами и предусматривает штраф в размере до 1 миллиона рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для граждан. Елена Лакшина, помощник министра экономического развития, отметила «Известиям», что операции с криптовалютами носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск значительного изменения их стоимости. А использование денежных суррогатов, в том числе криптовалют, сопряжено с высоким уровнем рисков. Компания FXCM внесла ряд изменений в свою линейку продуктов в надежде расширить долю на рынке. Первый шаг, предпринятый брокером в этом направлении – изменение технологии маркетмейкинга в сегменте CFD. В компании сообщили о том, что новый подход к управлению рисками также позволит избежать реквот при торговле индексными CFD. Компания также отменяет некоторые ограничения на размещение стопов и лимит ордеров вблизи текущих рыночных цен на индексы, а также снижает спреды по ряду индексов. Кроме того, в FXCM утверждают, что новый способ управления рисками при торговле контрактами на разницу обеспечивает больше гибкости и защиты. Повышение эффективности управления рыночными рисками будет способствовать росту выручки на миллион от сделок CFD. По словам представителей компании, это возможно за счет хеджирования на рынке фьючерсов в режиме реального времени. На этом наш выпуск Forex Industry подходит к концу. Оставайтесь на Dukascorp TV и будьте всегда в курсе всех новостей.